Mes lietus, mes varbu ar saulė švies, mes kartu, mes draugė, juk mes esame šeima, nesvarbu kas ką kalbės, nesvarbu ar pavydės, mes kartu, mes draugė, mes esame šeima. Ку-ку. Ку-ку. Теперь будем здороваться так. Ага. У нас ужин. И обед заодно. И обед. Вот, сегодня... Ограбили турецкий магазин. Поездка по магазинам тут была. Закупались и еду, и там инструмента. Вот, и купили одну интересную вещь. Нашли новый магазин. Не знаю, сколько времени он у нас уже существует, но мы его видим впервые. Открыли впервые. Да. Просто вот. Он в другом конце города, который мы очень-очень редко едем. Ну да, другой конец, а мы там редко бываем. И вот, я не знаю, может еще какой есть магазин. Там восточные, как он там назывался? Алифуд. Алифуд, одним словом. Восточная... Еда Востока или восточное что-то, ну, такое? Еда. Ну там всего есть, всякие вкусности с Турции, может с других республик, ой, стран вернее. И вот мы купили сладости. Это, по-моему, турецкий, да? Ну, так как мы в Турции не бывали, мы не пробовали, решили вот закон подлости. Попробовать. Что? Это с фартуком было, все равно надо за фартуком залезть. Ты не умеешь никак. Так вот, мы будем пробовать. Как тут, вот каждый, что тут такое называется, я даже не знаю. Ой, я знаю, это орехи в виноградном каком-то соку. Вот это морковка это с пистациями. С морковкой, да. Что? А это халва какая? Которая халва? Вот тут. Угу. С пистациями. А тут вот гранатовый с чем-то, с орехами. А вот там не знаю. Так что пишите, кто пробовал. Ну, кто в Турции был, то, конечно, пробовал. А мы будем пробовать после ужина. И, может, и снимем? Может быть. Пробуем сладости. Вот это я порезала. Это орехи. Как восточные сказка. Сказки. А что ты не пробуешь? Это. Ну а что ты пробуешь? Вот эту? Угу. Ну давай. Ой, мармеладная. Мармелад с орехами. А сладкий. Но вкусный. Точно, как мармелад. Угу. С орехами. Это гранатовый какой-то. Сахар. Вкуснота. А это что, они тут на веревке? Это веревка съедобная? Да? Не знаю. Вообще-то. Я когда-то давно-давно пробовала эти турецкие сладости. Не понравились. Это вот такие похожи. А там в магазине продавец литовка, и она посоветовала. А зачем ты воду поставила воды? А, еще сладко будет. Ну, что еще? Давай, это зеленое. Это, сказали, я режу половину. Да, пополам. Морковка с пистациями. Может, еще не понравится? Это морковка. На, грызь морковку. Ну и как? Ну, знаешь, вкусно. Вкусно? Угу. Я еще жую. Не, вкусно. Морковка не чувствуется. Она говорила, чувствуется будет морковка. Сахар чувствуется? Да нет. Так что поддельно сахар тоже не чувствуется. Это вкусно, сладко. Сваренная сахаром. Тоже не чувствуется. Я так представлял, что вообще морковки будут чувствоваться. Потерто, кулечек сделанный. Ну, сладко. Да, сладко. Очень сладко. Ну, интересно. Такой джем с... морковка. Ну, она... Как карамель вареная, наверное, в сахаре. А что там зеленое еще? А это зеленое? А, пистации это. Пистации, да. Пистации я люблю. Так вкусно. Угу.
Давай вот этот. Веревку. Да срезала. Тут не веревка. Не знаю, что это. Ножницами надо стричь. Она как стригла? Ножом ли? Она не резала, ты кусок был такой. Нет, точно на веревке на. Да. Ну режь напополам. Бери весь. Это орех греческий. Виноградном соку. А. Я жду, пока Лёня первый. Эта веревка несъедобная. Не жри веревки. Точно? Да, веревка. Тут похоже на финики, когда связывают тоже через веревку вроде бы. Все как постыло. Это подожди, там внутри этот гранат, да? Вроде бы эти гранатовые. Греческий орех. А внутри вот там. Греческий орех, говорю от тебя. Нет, так тут, а вот здесь. Виноградный сок постыло. Мне показалось, как эти гранатовые, думаю, знаешь, такие дольки есть маленькие. Семечки эти. Будут красно бы было. А, все, что-то да, красные будут бы. Гранатовый молодец съели. Ой. Во, красные. Это виноградный сок. Ну что еще? Давай вот этот не пробовали. Подожди ты, молотит как. А что там? Проглотил, как собака мыла, и все. Пошли спать. Это по тебе. Уже 8:30 скоро. Завтра на работу. Жара сегодня стояла. Не то слово. 29 градусов опять. Два дня там прохладнее опять под тридцатник. О, лето. Как в Азии. То шквал, то жара. Эти 30 градусов в Литве, это то же самое, что в Азии 40. Какой примерно. Ты хотел? Ну вот это такой не пробовали еще. А что еще? А все уже пробовали, да? А эти не пробовали еще. А еще эти. Ну мы как-то мало взяли. Мы там взяли, наверное, из всего, что было, наверное, и 20% не взяли. Угу. Это вот, например, вот такой. Такое отдельно, это было написано 100 грамм, евро 90. Дорогие? По-разному. Где евро 90, где больше 2, наверное, 3 евро. Ну, мы по 2 штучки, по 3 взяли. Но они легкие, в принципе, не все. Некоторые легкие. Вкусный? Так она нам рекомендовала то, что очень вкусно. Вкусно. В принципе, наверное, там, я как понял, все вкусно, да? Ну, просто что-то одно больше, кто-то любит больше, другое меньше. Вот сейчас все, что пробуем, ничего такого не было, что невкусно. Все вкусно. Все. Ну, одно сладче, другое меньше. Но, в принципе, все очень вкусно. И они даже, между прочим, сладости эти какие-то другие, не как у нас. Не как европейские, они не похожи. Они какие-то, видишь, они из этого, из фруктов, да? А у нас обычно шоколад, сахар и вот из этого все делают. Нет, почему у нас? У нас тоже есть хорошие рута, конфеты тоже. Так одна рута у нас, я имею в виду в Европе. Вообще в Европе. Вот возьми. Птичье молоко, шоколад. Ну ты только одну конфету, то птичье молоко знаешь. Есть нормальные конфеты. Нету. Есть. Нету, вот чтобы так. Вот возьми из груши у нас что-нибудь есть, из яблока. Что-то я не видел. О, это ну-ка. Невкусно. Это белое. А что это? Не знаю. Зефир. Вкусно. Это зефирный, да, какие-то? Это не мое. Ничего. А, ну такой вкус. Интересно, надо привыкнуть. Все, не могу больше. Знаешь, у них больше фруктов всяких. У нас нету столько такого количества. Вот сейчас возьми такое что-нибудь такое наподобие сделай, как тут вот. Ну вот морковку у нас есть можно. И в каком-нибудь обваляй там. Что там? Смородина черная, во. Что-то из. И нет таких. И смородина есть. И нет, вишня сушеная. Отдельно есть. И этот. Ну, сушеная, так это отдельно фрукты. Их сушат, конечно. Но вот сладости ты сделай. Нету. Сделает? Круто. Сколько я покупала, каких и черника, и конфеты.
Да, и с черникой покупала. Единственное, но видишь, они не сладкие, потому что как сахара нету. Ну, правильно. Они меньше сладкие. Сахар жать. Что тут еще можно? Вообще-то мне это понравилось. Надо еще одну взять. Нет, это не мое. Ничего, мне понравилось. А эти что? Эти? А эти не пробовали? Нет. А какие тут, тут резала? А вот красные, да? Красные резала. Так вот тут такие, а, ну вот давай. Они вот кучку она как взяла, вот зеленый и вот тут желтый. Ну отрежь зеленого кусочек, а здесь отрезал, нет? Тебе Алиса добилась. А я говорю, да. А я нет. Иди спать. Алиска, иди спать. Вот. Вы меня прогоняете? Конечно, конечно. Ну ладно, до завтра. Вежливая. Матом не ругается. Ничего не горело, вдруг выскочила. Вот этот? Угу. Красный. Вот этот красный. Ты 3 штуки дала, да? Тут желтый какая-то. Нет, и... 6 штук было. 6 штук, все. 6 штук. Не, я имею в виду 3 красных. Тут что? У нас желтый, нет? Красный, желтый. Тут не знаю, какой коричневый, коричневый и зеленый. А, этот красный. Еще ты же резала. 3 красных. Красный был один, но я порезала на 3 куска. Угу. Даже не знаю, какой самый вкусный. В принципе, все. Мне этот красный понравился. Вот этот. Не понравился? Понравился. И с морковью. И этот вкусный. Нет, все. Из всего вкусного, все. Только вот не особо вот этот. А мне понравился, ну, может, меньше всего, но тоже понравился. Он такой интересный вкус. Какой-то желе, не желе, зефиром каким-то. Ну, значит, когда съедим, еще поедем, уже возьмем другие какие-нибудь. Ну, это не сейчас, а там, ну, когда будем в тех краях. Угу. Нам, наверное, недавно я открыла. Может, правильно? Нам в другой конец города ехать надо. Так что, вот так. Но они так не дешевые. Вот, наверное, сколько здесь взяли. Так еще взяли тахин, взяли пасту перцовую. Здесь, наверное, где-то около 8 евро это все стоит. Ну, где-то так. Я не там не помню, чек есть. Ну, там пасту, да, там еще мы добавочку вот, взяли. Сладко. Подожди, она первый мешочек посчитала, по-моему, что-то было 3 с копейками. Да, потом второй добавила уже 5 было, и третий 8. Ну да, где-то под 8-9 евро здесь. Ну, вот. Говорю, 100 грамм, 190. Смотря что, там разные. Там 4 мешочка было. 90. 4 мешочка разных, потому что разная 3. Цена. 4. 3. 4. Я же подавал. Я же держал, да. Потом. Да, 4. Да. Разная цена, потому что. Будет. Я думал, сначала тоже в один мешочек она кладет, а потом, ну, в 2. Потому что не лезет, а потом нет, смотрю, разные цены. Что ты ищешь? Мешки. За какие мешки? Потому что эту коробку держим, что плитка не клеена. Давно-давно можно было. А что там делать? Потому что ставлю там, пылесос не заезжает, по виду. А, там около двери нету плитки, мы ставим коробку, пылесос переворачивается. Ну не переворачивается, а застревает там. Мастера нет у нас, плиточного. Подскажите. Лень. Надо найти, есть плитка дома, надо найти кусок. Ну давай, Вита, что ты там ищешь? Я не знаю. Что ты там, вот эти мешочки ищешь? Да. Так же вон на земле валяется. Я 2 там. 3. 2 нашла. 2. Ну, значит, 2 выкинула. Нет, 4 было их. По-моему, 4, да. Я 2. Я тоже думал сначала 3, потом посмотрел, когда клал 4. Ну вот так. Так что. Вкусно! Вкусно. Нам вот понравилось. Восток тонкое дело. Нес варбу ар лес летус, нес
Несварбу, ар салы швес, мес карту, мес друге, юк мес эсэм, мес шейма. Несварбу, кас ка кальбес, несварбу, ар павидес.